центральной городской клинической больнице кипит работа. Через несколько дней учреждение заработает в формате ковидного госпиталя. На данный момент проводятся монтажные работы и перестановки в палатах. На всех входах в красные зоны возведены защитные шлюзы. Там у нас находится красная зона, здесь чистая зона. То есть оттуда сюда все устанавливается, дезинфицируется. Затем лаборанты здесь забирают анализы, производят и также это назад передается. То есть таких шлюзов всего 5 по больнице. Они уже на сегодняшний день все смонтированы. На 7-м этаже завершается разводка для кислорода. На сегодняшний день установлено 100 дополнительных кислородных концентраторов. С помощью этих аппаратов российского производства можно облегчить дыхание 200 человек. В больнице также прибавилось мест. В палаты прибывают койки для пациентов. У нас пока еще 100 ковидных коек, которые находятся в ковидном госпитале на базе инфекционного корпуса. С 1 числа 711 коек, в том числе 90 реанимационных коек. В больницу поступило 30 аппаратов ИВЛ. Вскоре ожидаются дополнительные поставки. На перформатирование учреждения выделено 100 миллионов рублей, а на обеспечение лекарствами – 18 миллионов. Средства поступили из регионального бюджета. Госпиталь будет готов к 1 ноября. В региональном бюджете на следующий год уже рассматриваются суммы на дальнейшую модернизацию учреждения. Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.